Ну что же, все присоединились петь, и мы продолжаем играть в City Skyline. Кстати, не забывайте нажимать на подписку и на лайк. А мы продолжим. В прошлой серии мы построили, мы разблокировали этапы. Разблокировали город, и нам доступно было жилая зона высоких плотностей. И мы в этом видео будем смотреть, что у нас получится из высоких зданий. Что произойдет, неизвестно. Ну ладно, погнали что ли. Пока у меня ничего не просится, можно пока и посмотреть что-нибудь. Так, у меня здесь лица. А, как всегда, ничего не куплено. Так, что это сейчас начнется гроза интересует 9.3. Подожди, у меня есть такой вопрос. Так, у меня есть? У меня даже ни одного. Ну ладно, пускай гроза будет. У меня люди уже не навредят. Только проблемы с электричеством будет. Но мы это решим. Если пробка. А, вот здесь молния начнется. Оба. Так, давай быстро молнии проходи. А это что за пробка? Давай поставим шестиполосочную. Давай, катитесь. Вот так. О, пожар. Пожар. Что там? Она горит. Электричество отрубило. Блин. Катастрофа. И пожарный. Блин, я забыл. У меня вообще есть воздушный? Воздушный у меня есть вообще? Подождите минуточку. А у меня нет воздушный. Нет. Сколько нам стоит? 55 тысяч. Блин, она сгорит. Блин, мне ничего не стоит такого. Это вообще... А, 15 тысяч. Пойдет. Давай куда-нибудь влепим. Давай вот сюда, что ли. Так, вот сюда влепили. Ай, погнали. Да нафиг. Еще электричество прогорело. Так, сейчас еще и будем исправлять наши ошибки. Кстати, помните видео, короткое видео, что я показывал? Кстати, я вот сейчас снимаю с моим новеньким микрофоном. Если тебе вы можете хорошо меня слышать. Кстати, Так. Надеюсь, меня уже хорошо слышно даже. Напишите в комментарии же. Точно. Так, что у нас дальше? Так, 5000 нас людей, а нужно сколько? Ё-моё, сколько людей нужно? 8000, чтобы заблокировать хотя бы поезд. А поезд где? У нас есть вообще поезд? Поезд. У нас еще есть поезд? Я вообще без понятия. У нас есть железная дорога? Где железная дорога? Блин, нет еще. Вот она стоит. Сколько у нас тут? Область. Сколько? 7000. Не, спасибо. Не, я пока не буду покупать. Так. Блин, сейчас она скажет. Все. Восстанавливаем. Восстанавливаем.
А что такое? Почему в тюрьме так мало мест? Бандиты, свобода, регулируемый город. А за что они радуются? Что тюремники сбежали? Так. Я говорю, что нужны магазины. Ладно. Так, магазинчики. Бля, куда мне влепить? У меня уже все занят. Практически. Кроме этого местечка. Местечко. Так. Денег потратили. Ну ничего. Сейчас очищется. Теперь можно и ставить дорогу. А, понятно. Давай, давай, проходи, водичка. Почему так криво? Почему так криво? Давай, проходи. Мне нужно магазин ставить здесь. Все. А тебе можно ставить. Ставить воду. Водопровод, то есть. Так. Готово. А тебе можно и магазин оставить. Так, 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 так. Ой, камень уберем. Тебе вот так. Здесь поставим. И вот здесь. Все, готово. Вот уже пожар произошел. О, уже центр потихоньку начинает строительство. Центр нашего города. Автобусы катаются. А у меня что, есть? Что где-то стоит? А, да, у меня стоит. Так, у меня есть блокировалось метро. Но я не буду. Нафиг нам метро еще не нужно. Нам еще не нужно метро. Ну ладно. Так, пока у нас проблем никаких нету, кроме этой. У нас пожар. Подожди, а почему не едут никто? Подожди, а едут кто-нибудь? Едут, едут, едут. Вот они, пожарные, едут. Так, достаточно. Так, это уже нужно перезагружать. Так, что нам еще нужно? Где? Здесь мы еще почти все дозастроили. Нужно расширяться дальше. Куда не дальше мне было расширяться? О, есть у вас? А, нет, нужно же там электричество же. Точно. Блин. Заводы. Может, заводы расширим? Давай заводы расширим. Что ли? Давай хотя бы заводы расширим. Так, хорошо. Подождите минуточку. Так. И вот так. Готово. Где можно электричество? Подожди. Так. И вот здесь расширим. Нужно весь остров расширить. Так, вот так. Опа. Готово. Теперь можно ставить здесь заводы. Кстати. Так. Ну все, ждем теперь. Давай. Электричество давай. Вот. Держи. Блин, так, что еще можно? Вот, уже почти 8000 у нас. Нет, еще до 2000. Еще не скоро. Вот у нас центр почти достроился. А,
как говорится, почти не считается. Так, так, у нас что? Я могу что поставить еще? Датчик Димитрия, нафиг мне не нужен. Я могу поставить. Что? За 25 тысяч? Нет, я не поставлю, нафиг мне не нужен. Так, что мне можно поставить? Может, автобусную остановку проверить? А давай, здесь только у нас одна ходит тут и бродит. Ладно, давай начнем отсюда, поехали. Поехали. Здесь остановка у нас будет. Поехали дальше. И здесь остановочка будет у нас. Так. Так, здесь поставим автобусную остановку. Так, вот здесь поставим. Здесь поставим. Где можно еще влепить? Вот здесь можно влепить еще. Здесь. И здесь. Так, а тебе можно вот здесь еще поставить остановку. Ну и готово. Все. Только цвет поменяем. Так. Мишень, я закрыл глаза, и вот этот. О, оранжевый получился. Ладно, погнали. Так, катайся. Катайся, что ли. Уже сразу стоят уже. Ждут, ждут. Ну, это оранжевый автобус. Ау. Ярко-оранжевый они. Так. А что, уже нет, еще не весь. А что, в магазин? А, уже почти все. Блин, уже. Так, дальше, дальше, дальше. Нужно дальше двигаться. Дальше. Мы снесем, нафиг нам камни не нужны. Так, вот здесь поставим. Ну, можно вот сюда поставить. Так. Вот сюда. Почему не ставится? Так. 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 Отлично. Теперь еще ставим вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. И вот здесь. Готово. Так, что такое? У нас магазины. Я попозже начну строить. А пока что у нас магазинчики. Так. Убираем. И все. Теперь ждем. Давай посмотрим, какой индикатор. Показатель. А, два казнага. О, увеличивается у нас хорошо. Так, это поняли. Индекс развития, индекс мудрости. О, пошел там наверх. Ну и туристы. Туристы. Поднялись до 18 штук. Отлично. 18 штук уже туристов. Так. Уже центр почти застроился уже. Самый высокий вот здание вот этот. Вот эти самые высокие здания. Черные. В моем городе. Или нет? Может это свыше? Блин. Подскажите, кто выше? Это или это здание спасительное? Или когда дом? Или квартира? Напишите, что вам доверять. Этой или этой?
Я вообще не знаю. Я думаю, что это выше в моем городе здание. Что я хотел? А, уже нас. А, нам нужно жилые районы строить. Точно, точно. Жилые районы. Так, убираем камни, камни. Камнюшки убираем. Камни. Так. Так. Блин, вода, 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 забыл провести водичку. Так. Водичка готова. Тебе продолжай наши дороги строить. Так. И вот так. Можно строить отсюда уже. Вот отсюда. Все. А здесь можно какой-нибудь парк построить. Ну все. Так, а теперь. Так, расширение. Так. Угу. Готово. А тебе нужно водичку. Канализацию. Так. Так. Может, где-то еще же куда-то высокие здания построю? А нет, пока здесь этот район был с высоких зданий. Когда следующий район уже с высокими зданиями. А это пока... с нижним пускай будет. Так, 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 и вот так. Вот здесь можно тоже крепить. Вот так. На сколько парка? Раз, два, три. Третий уж. Уже три. Три парка. А уже четвертый сейчас будет. Два, четвертый пойдем. Прошел четвертый парк. Погнала, что ли? Угу. Так, начинаем с отсюда. Поехали. Ой. Так, поехали. Поехали. Подожди. Два сначала первым делом уберем. А мы вместо проведем-то. Так. Так. Строимся. Так. Так. Вот так. Отлично. Все, парк у нас практически готов. Так, сейчас где-то проведем. Так. Вот так. Все. Готово. А мы что здесь? Откроем вот это. Ну, когда будет уже 8 тысяч, уже откроем. Так. Ай, вот же ж, блин, а я забыл тоже воду. Вот невнимательно, забыл воду подключить. У меня функция невнимательность. Давай, погнали. Тебе можно сносить заброшки. Пока. Все. Все, уже наш центр застроился до конца. Мне нравится центр. Еще расширить бы. А может здесь расширить? Кстати, давай. Давай я расширю. Блин, хочу расширить. Давай расширим. Так. Значит так. Это мы делаем. Сносим, потому что я хочу расширение нашего. Так, 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 так. Готово. А теперь можно ставить высокие, плотные. Так, так.
Все, готово. Можешь убираться. Все. Так, вы можете уже сноситься. Пока. У нас высокие здания. У нас квартиры. Если хотите магазин, вот здесь. Если дофиги еще магазин. Или вот здесь. И здесь. Без разницы. Так, а мы здесь строим центр нашего города. Так. Я чувствую, что там эти миллиончики едет. Я чувствую, что нужно еще один подписчик. Или шесть. А нет. Я чувствую, что еще. Давай, иди ко мне еще. Я хочу еще один подписчик. Хочу 15. Давайте добьем до 15 подписчиков. И я от вас отстану. Наберетесь. Все, я от вас отстану. Сами будете управлять. Будете подписываться? Будете сами управлять. Будете подписываться или нет? Я отстану вас, пока вы не подпишетесь. Пока не подпишетесь на мой канал. Мне еще один подписчик нужен до 15. Пожалуйста, дайте мне 15 подписчиков. Сказал 15 подписчиков, а уже прилетело 8 тысяч. Вот так должно и быть в моем канале. Я хочу так же. Так, что? Ню-ню-ню-ню-ню. Я богатый. Я богач. Богач. Что мне было доступно? Так, что? О, подожди. Открываю. Это точно? Это? Да, это точно. Открываю. О. И вот и наши поезда. Так. Блин, тебе еще нужно дорогу здесь приделать, чтобы доехать. Так, давай как там. Так, сколько там поезда стоит? Так, сколько она стоит? 60 тысяч. Грабеж. Это грабеж. Ладно. Так, что я хотел? А, здесь поставить. Здесь поставлю. А мы пока что. Здесь можно уже влепить, чтобы... Так. Так. Вот здесь. Так. Так, мы, значит, эти рельсы мы сносим. Так. Вот так. А вот здесь у нас же будет и здесь у нас будет и ходить поезд. Так. Так, а тебе нужно выезд сделать. Выезд. Вот так. Ой, пускай будет. Хотя просто ждем, когда у нас. Давай сначала посмотрим, как это будет стоять. Блин, вот еще чуть-чуть подвинуть и будет отлично. Так. Так. Так у нас. Так. Где проверяем? Так. Где моя? Поезд. Поезд. Так, ровно. Блин, почти ровно. Надо еще что-то нужно приделать. Вот один блок. Так, а теперь можно и приделывать поезд. Это вы издеваетесь, что ли? Блин. Вот здесь еще ничего не ставить. Такие будет. Так, влепим и все. Подожди. Сколько? А! Это же. А, это 45. А я посмотрю на это. Ну ладно, поставлю. Вот так. А теперь наша железная дорога.
И вот так. Блин, нужно красиво сделать. Можно вот здесь поставить краник. Давай. Все. И два ветра дуя. Да. Два ветра дуя сейчас поставим. А, канализация. Пока один пускай будет. Скализация нужна. Ладно. Так. Погнали, что ли? О. Так. А теперь уже можно считать, что уже так. Здесь уже можно ставить. Так. Так, здесь можно тоже поставить. Вот так. Все. Готово. Так, а теперь можно провести маршрут. Так, блин. Так, выезжает. Так, так, так. Ага. Блин, а надо еще и выезд сделать. Забыл. Так, сейчас сделаем. Наоборот. Так. Вот так. Все. А теперь можно из... Так, у нас есть депо для автобуса? Нет. Это как? А, не должно же быть точно. Так. Значит так. Если... Значит, у нас будет только две остановки. Вот так раз. И вот так два. А дальше она будет вести вот ту, да, и обратно, так, так, подожди, угу, отлично, только сейчас можешь изменить цвет, у нас другой цвет. Какой у нас цвет? Два оранжевых пускай будет. Вот такой пускай будет. Да нет. А, ну давай вот такой пускай будет. Обычное депо. Мне уже будет закругляться уже. Мы с ним ее разблокировали. Когда поездную. Поезды. Когда депо разблокировали. Когда расширили наш когда центр. Что еще? Купили вот это. А, стоп! Я забыл. Моя самая главная. Где она? Вот она. Она 55 тысяч стоит. Но я куплю ее. Так, куда мне влепить сначала? Как сыр в масле. Это точно. Это точно. Все. Ну что же, давайте прощаться уже. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну что же, всем удачи и всем пока.